Всем привет! Мы нашли еще одну прикольную игру, в которую надо играть вдвоем с друзьями. Всем привет! Ты что там с полным ртом? Печеньки ешь? Да. Ладно, в общем, играть надо вдвоем с другом. Так, Ульяна, я тебе кидаю веревочку. О, вот, у нас такая веревочка. И мы должны проходить мое любимое обби вдвоем. Давайте попробуем. На какую высоту мы сможем подняться, интересно? Что это было? Что это за штука? Что это за штука была? Там что-то сверкало, ты видела? Да. Офигеть. Ну, вообще, как-то пофиг. Ну, ладно. Так, мы уже поднялись. Круто. Да в смысле? На 13 метров мы поднялись. Ну, давай, запрыгивай. Я тебе еще помогу. Давай. Ты что, развалилась там? Прыгни. О, красава, вот так мы умеем. Так, отличный навык. Надо будет использовать потом, когда упадем с большой высоты. Итак, уже 20 метров мы поднялись. Новый рекорд. Что-то... 25. Как-то... Да. Теперь вниз. Тихо, на голову мне не прыгай. Обязательно. Ё-моё, куда я прыгнул? Это ты так шмякнулась? Таким звуком. Как шлепок майонезный. Тапок майонезе. Тапком по майонезу. Ой, блин, теперь я сюда свалился. Ты тоже упала? Да ё-моё. Блин. Где ты там? Там. Опять печеньки ешь? Нет. Раникс и Саня. Саня Легенда. Так, давай, мы должны их обогнать. Бегим. Скорей. Да блин, так... Где ты сейчас прикончил? Запрыгивай вверх. Да, ё-моё, зачем ты вниз упал? Я прыгала вверх, меня назад потянуло. А, понятно. Ладно. Так, теперь мы должны их догнать и перегнать. Да, я прыгаю вперед. Я видел, как я полетела. Ты тоже прыгнула, что ли? Ну ты шел, я прыгнула, и я прилетела к тебе со скоростью. Ой, ё-моё, тихо, аккуратно. Я думала, это легко. Выглядит легко. А на деле... Ой, кто там болтается? Саня? Да. Так, давай потихоньку будем, аккуратненько. Прыгай вперед, а я за тобой. Да ё-моё, это было не вперед, это было вниз. Да что? Что происходит? Погоди, сейчас мы с тобой все пройдем. Шок-контент. Саня повесился. Может, нам одновременно надо прыгать? Так, вот здесь надо как-то аккуратненько. Так. Ой, ну еще пришли тут мешать нам. Смотри, как они быстро прошли. Раз и все. Ну давай, прыгай. Так, 23 метра. Ура! Так, тут легко. Тут легко. Мы Ой, ты меня поднял. Куда-то совсем на высоту. Куда нам дальше-то? А, надо вон туда. Ого, ты меня как закинул тоже. Да? Смотри. Короче, ты встаешь вот на тот крестик. Ну стой здесь. А я встаю вот на этот крестик. Так, ты стоишь? Я уезжаю. Подпрыгивай.
В смысле? Ты должна была пролететь туда, мимо меня. Да? Ну, я так думаю, да. Да ты в меня врезаешься. А как нам тут перепрыгнуть? Я специально в бок встала, чтобы ты не... Это... Можешь мне отойти, надо, когда ты прыгать будешь? Да, не врезаю. Ну-ка, давай. Погоди. Тут инструкция есть. Да, ты перелетишь. Так. Keep jumping to slingshot towards your partner. Надо продолжать прыгать? Чёрт. И чуть-чуть. Может, тебе тоже надо подпрыгнуть? А зачем? Чтобы мы в середину друг к другу приблизились? Нет, когда я уже буду лететь в самом конце и тебе подпрыгнуть. А, может быть. Давай посмотрим, как Саня с этим. Ну-ка, Саня и Раник, да, так же, как и мы, профессионалы. Давай. Сейчас они нам еще мешать будут. Давай. Отойди в сторону от Раникса. Он свалился. Давай. О, я перелетел. О! Реально прыгнуть надо было. Так. Эй, тихо. Вставай. Так, уже 45 метров, мы поднялись, мы крутые. Тихо. Давай, запрыгивай, я тебя жду. Не толкай, кстати, делай все, что надо. Ну иди и прыгай первым. Так, ё-моё, вот это вот я, моё самое нелюбимое место. Так, а давай. Вот это мое неразличимое место. Так, главное нам одновременно не прыгать, иначе мы на середине встретимся. Блин, стой. Ничего не делай. О, крутяк. Бегом. Запрыгивай наверх. Давай. Ну, мы с тобой вообще профессионалы. Я чуть не упал. Профессионал. Я первый. Интересно, тут есть чекпоинты? Ну, по-моему, нет. Ну, по-моему, тоже нет. Ё-моё, какая высота? 59 метров. Ты посмотри вниз. Там все такие масявочки ползают. Мурафии. Ага. Так, ну чё, опять я первый? Ой, ё-моё, дальше. Опасно. Давай. Отлично. Ой. Что это за фигня? Я застрял, погоди. Так, мы можем вон туда, а там ничего нету, да? А куда нам? А как нам? А, вот сюда нам, ё-моё. Ай. Так, 68 метров. Надо запомнить, какой у нас там рекорд будет. Жаль, в этой не пишут в табличке. Погоди. Да блин, не прыгай на меня. Что? Я думал, уже звук вернули. Думай. А дальше что? Так, дальше вот сюда. Иди, блин. Да, я боюсь, тут высота, вон 78 метров уже, ё-моё. Тын-тын-тын. А дальше куда, наверх? Там можно налево пойти. А зачем налево? Ладно, там тупик, наверное, нам надо наверх. Прыгай.
Ходи. Я же туда прыгнула? Да, да. Ё-моё, по такой стене ползать. Ну еще чуть-чуть, у нас 100 метров будет. Угу. Девяносто уже. Ой, блин, я на самый краешек запрыгнул. 94. Так, 96. Ё-моё. Мы с тобой вообще крутые. Так, давай, чуть-чуть нам осталось. 97. О, надеюсь, тут чекпоинт есть. 100 метров мы сделали это. Да, вон чувак тут появился. Вот, смотри, чекпоинт. Надо вот к этой штуке подойти. Мы крутые, мы дошли до чекпоинта. Интересно. А? Сохраните меня, пожалуйста. Чекпоинтик у меня. Ну что, у тебя не было этой... Не моргнула красная штука? Моргнула, но вот. Я думала, это тебе моргнула. Ну там надпись справа внизу была, что чекпоинт. Да. У меня какая-то надпись была, но не факт, что она. Так, ну что, пойдем дальше. Так, 100 метров мы прошли, мы крутые. Угу. Если видео наберет 100 лайков, то мы пройдем еще 100 метров. Погоди, нет. Что нет? Там нет этой. Так нам вниз надо. О, смотри, что они делают. Что они делают? Вниз надо, за ними. Значит, нет. Развалюхи такие. Развалились он. Ну, что они тут устроили? Летают тут. Блин, и я свалился. Трындец вообще. Ой, башкой стукнулся. Так, я перелетел. Да блин. Если б не этот рагдолл, все было хорошо. Ульяна, главное, ты там не свались. О, все, отлично. Спасибо, спасибо. Спасибо. Есть, я перепрыгнул, давай. Рагдолл переводится как развалюхи. Ну, как бы, да. Развалюхи. А что же еще? Так, где же там Саня и Раникс? Я за них переживаю. Они, по-моему, уже вышли. Нет. Надо Саню в друзей кинуть. Извините, я вас толкнул. Ё-моё, не прыгай со мной одновременно. Я надеюсь, он прыгает. Что, на голову надо еще запрыгнуть? Я свалился. А, сюда надо было, да? Давай выше еще запрыгни, а я к тебе сразу. О, круто. Мне не пришлось прыгать на эту штуку. Ты, кто там летает? Что тут написано? На голову надо. Стой. Не падаем, Ульяна, не падаем. Давай как-нибудь взлетай. Взлетай сюда. Вот эти размотало там. О, еще выше давай, да. Ё-моё, я сейчас упаду за тобой. Я ничего не могу сделать. Ой, ты где? На 128 метре. Сейчас я к тебе запрыгну. Подожди, куда? Удобно получилось. Круто, 130 метров. Подожди, что это за трусы? Грибы, это мухоморы. А, ой. Мухоморы тут выросли. Из Майнкрафта, по-моему. А куда нам идти вообще, в какую сторону? Ты не знаешь?
Нет, наверное, в другую, потому что мы должны были отсюда прийти. Вон там наверх. А, да! Куда ты? Ты куда там развалилась? Я не знаю, куда мне идти. Вот сюда вот. Ой, ой, что-то не выходит. Ну давай ты. Во. Спасибо. Ё-моё, куда-то я прыгнул. Даже не понял, куда. А дальше что, опять на голову? Наверное. Да ты встань нормально. Да погоди, я еще не встану. Тихо. Вставай на голову мне, я буду прыгать, и ты прыгай. О. Держись, не падай. Ну, тут невысоко, если что. Ё-моё, что происходит? Ты, главное, не упади, Ульяна. Морда, об кирпич-то больно же. Ну все, ну, почти. О, господи. Держись, не падай. Ух ты, я опустился до 40 метра. И поднялся на 180. Ё-моё. На 180. Погоди. Я на 99 метрах застрял. За какой-то фигнёй. Блин. Пустите меня. Что-нибудь сделайте. Можешь вверх прыгнуть? Только к стене жмись, пожалуйста. Вправо-влево. Нет, если я вверх прыгну, для меня спустится. Давай, я это, сейчас вылезу, Ты куда ты? Ну я сжалась к стене! Блин, ё-моё. Что происходит вообще? А, это просто жесть. 140-й где-то у нас был, 142-й где-то. Да, наверное. Ну ладно, народ, на этом мы закончим. Это было очень тяжело. Пишите в комментариях свой рекорд, докуда вы дойдете там с друзьями. Ставьте лайки. Если наберем 100 лайков, то мы поднимемся на 200 метров. Да, Ульяна? Да. Ну все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Берегите себя.